Здравствуйте, меня зовут Римма, мне 52 года. В последнее время на моей коже стали появляться очень некрасивые кератомы. Их все больше и больше. Алексей, покажи. Вот, Римма, повернись, пожалуйста. Есть? Новые? Да. И новые тоже есть. Да, вот новые опять появилось. Все, повернись, пожалуйста. Эти кератомы меня очень беспокоят. Я их задеваю, они кровоточат. И помимо эстетической проблемы, я очень переживаю, как бы они не переросли в рак кожи. Доктор, подскажите, пожалуйста, стоит ли опасаться кератом и что делать в этой ситуации? Спасибо.